Итак, ребята, всем привет, в общем-то. Начнем с того, то, что... Не с обновления, конечно. Начнем сначала с сундуков. Потому что я обещал. Вот. Будем каждый раз открывать быстренько сундуки. И будем смотреть, что достается нормальным людям. Вот. А что достается новичкам. За лаги сразу же говорю, извиняюсь. Да, много чего выпадает. За лаги сразу говорю, извиняюсь. Сейчас быстренько на второй заходим. Вот, попозже выйдет видосик, мое мнение по поводу нового обновления. Ну вот, это я могу вам сказать. Это, конечно, капец. Вот. Я когда зашел, я был в шоке, на самом деле. Серьезно, я был в шоке от обновления. От такого обновления. Я был в шоке. Вот, так что... Ой, даже говорить пока здесь ничего не хочется. Хочется на самом деле дождаться отдельного именно видео хочу сделать. Именно отдельное видео по поводу обновления, мое мнение. Прямо вот так вот назвать. Круто, да, ребята? Вообще офигенно. Ребята, я сразу же извинился за то, что за лаги. Вот, ребята, извините реально за лаги, но вот как-то вот так вот получилось, перезаписать уже не могу. Вот. Такие вот нам, грубо говоря, подарки дали ВГ, вот, в своих контейнерах. Ну, и опять же... Обычный большой контейнер. Ну, я имею в виду то, что вот обычным игрокам, да, которые уже там за 5000 перевалил вам, вот, игр, вот, и новичкам до 5000, грубо говоря, вот так вот. Вот. Ребята, кто посмотрел, всем большое спасибо. Вот, понравилось, прожми лайк. Вот, за лаги, опять же, я извиняюсь. Вот, скидывайте свои реплеи мне на почту. Почта в описании под видео. Всем спасибо. Увидимся на стриме.